Всем привет! Вы на канале Семья Сусловых. Сегодня мы в Окее. Вот смотрите, опять какие игрушечки новые появились на прилавочках. Сейчас мы их посмотрим. Смотрите, какие зайчики красивые. Вот смотрите, какой зайчоночек. Платьице зайка. Зайка такой стоит сейчас со скидочкой 799. Вот такой вот розовенький, смотрите, с морковкой. Вот такой зайчик стоит сейчас 299. Вот такой вот маленький беленький зайчоночек. И такой вот розовый. Вот, смотрите, вот такой какие. Серенький. Еще серенький вот такой. И большой. Такие большие. А маленькие такие зайчатки сейчас стоят 499. Вот такой, смотрите, в платье тоже розовеньком зайчонок. Стоит 699. А такой большой вот заяц. Смотрите, какой громадный кролик или заяц. Кролик, наверное. Сейчас, сколько он стоит? Вот такой большой зайчонок стоит 1999. Смотрите, он какой красивый, большой. Сейчас скидочки на игры. Смотрите, детская какая вот. Десятое королевство. Детская игра. Русское лото. Потом вот такая игра настольная. 349 в поисках пиратских сокровищ. И вот такая вот настольная игра «Животные планеты Земля» за 349. Скидочки сейчас в Окее на детские тапочки. Вот смотрите, какие тапочки мордашки. Вот смотрите, какие глазастые. Сейчас они 549 рублей. Есть вот такие вот серенькие. С лисятами. Вот такой 549 тоже тапочки, смотрите. Есть синенькие. И вот такие с собачками есть коричневые. Вот еще такие для девочек тоже, смотрите, какие есть. За 399 тапочки. Вот такие вот за 299, смотрите, какие. С далматинами, собачками. Вот такие вот за 549. Вот, смотрите, какие с собачками хорошенькие. Вот они. Здорово. И зонтиками такие сейчас есть еще. Очень много тапочек. Пока вот кофточки сейчас продаются. Ну, без скидочек. Просто кофточки, платьица. Вот на змеечке кофточки, свитерочки, костюмчики. Очень много детских вещей. Ну, обувь зимняя. Вот смотрите, сапожки по 1999. Вот такие вот на меху. Смотрите, на змеечке. Есть такие вот за 799, смотрите, какие тоже на змеечке, вот змеечка, тоже какие хорошие. Вот за 2299 вот такие вот на липучке. Что еще тут есть? Сапожки вот такие вот. Есть сейчас, скажу, на мальчиков сапожки за 1799 на змеечке, на меху уже зимние. Черненькие вот такие за 2599 тоже, смотрите. Змеечка вот с этой стороны и с внутренней стороны змеечка. В Окее уже продаются костюмы карнавальные. Вот смотрите, единорожка за 2699. Вот такой мишка за 1799. Костюм кошки за 1799. Смотрите, какой. Вот зайчик за 1499. Лисичка за 1799. Вот костюм принцессы за 1699. Потом вот такой вот костюм. Костюм Деда Мороза за 3999. Вот смотрите, еще такой костюмчик красивый. Вот костюм за 3999. Это Эльзы, Анны тоже 3999. Потом Леди Баг за 3499 костюм. Человек-паука за 3299. Вот смотрите, тарелочки сейчас со скидочками такие продаются. За 149 такая тарелочка Дед Мороз. Вот как елочка 299. Сапожок вот такой вот за 199. Потом такая тарелочка вот снежный олень. Сейчас покажу. Он стоит 149. Вот смотрите, какая тарелочка красивая. Еще за 399 вот такие вот тарелочки сейчас продаются. Смотрите. Зайчика. Вот такие за 274.
Смотрите, маленькие еще тарелочки вот такие. Вот смотрите, розеточки называются, 149 они стоят. Еще с оленями, смотрите, какие, за 349. Вот такие вот еще сейчас покажу, смотрите, с шишками. С елочкой вот такая большая тарелка за 499. За 199 разделочная доска, снеговички, смотрите, какие хорошенькие. Еще вот такая вот есть с елочкой, с фруктами. И еще сейчас покажу вот такая вот за 249, смотрите, с мишкой. Разделочные досочки. Еще есть вот такие деревянные. Вот смотрите, за 399, как елочка и звездочка. Тоже за 399. Смотрите, сколько кружечек за 299. Смотрите, с надписью голубая, красная, зеленая. Смотрите, сколько. Вот с оленями. С оленятами олень еще 599. Вот такие вот кружечки. Потом вот такие кружки за 349. Смотрите, какой хорошенький Дед Мороз. Еще за 299 вот такие кружки с елкой, с шишками, с пингвином. Еще за 399 вот такая вот тоже, смотрите, какая кружечка с кроликом. Маша вот думает, какую себе тарелочку взять. Или с зайчиком, вот такую. Или вот с таким зайчиком. Вот девчонки будут себе выбирать вот такие баночки для питья. Катя себе выбрала вот такую баночку. А Маша еще пока выбирает себе. Вот уже стали продавать подарочные наборчики сладкие за 609. Вот такой вот Милка наборчик. Вот смотрите, там шоколадки, печенье в этом наборе. Вот еще такое вот печенье за 219. Смотрите, какое. Такой наборчик за 459 сейчас будет продаваться. Смотрите, тут в одной коробочке и печенье Орео, Барни и шоколадка Пикник. Вот такой здоровский набор. Такой календарь уже M&M's продается за 644. Смотрите, какой большой. Вот там вот перевернуть можно и посмотреть, что тут есть. Марс, Сникерс, Твикс, Баунти, Милки Уэй, M&M. Вот такой наборчик. Еще продаются три богатыря. Вот такой подарочный сладкий набор за 484. Вот, смотрите. Еще Тофи-Фи за 399. Вот такой вкусный. Это с карамелью. С карамелью, с кремовой нугой и шоколадом. Сейчас скидочки идут на блины. Вот смотрите, блинчики с творогом 104 сейчас стоят. Потом блинчики с вишней уже закончились, были 74. Блинчики с пылу жару с творогом за 95. Блины с пылу жару с вишней 95 тоже. Ну вот их разобрали, остались только вот с ветчиной и сыром. С ветчиной и сыром у нас сколько он? 117. Вот. Так что блинчики мы взяли тоже. Мы взяли вот такие блинчики. Взяли с ветчиной и с сыром. Вот такие вот с пылу с жару. И взяли вот такие вот. С яблоком, лимоном и корицей. Так что пойдем сейчас дальше. Тут перец Рамира. 300 грамм в упаковочке за 119. Вот смотрите, какой перец красивый, яркий. Это сладкий перец. Не знаю, мы такой сорт не пробовали. Сейчас возьмем такую одну упаковочку. Сейчас пришли в отдел колбасный. Вот смотрите, скидочки сейчас на Папа Может, Грильмастер за 122 сосиски. Потом за 374 молочные эти сосиски. Вот смотрите, еще потом на Мираторговские сосиски 196 скидочка. И вот такие вот сосиски 104 Антошка. Вот какие-то появились новые. Не знаю, что это за сосиски. Такие мы не брали еще. Вот такие венские взяли за 289. Нутелла продается сейчас вот такая уже с колпачком, да, 279. Вот такой вот еще, смотрите, орехово-шоколадная молочная паста за 199. Смотрите, какая еврокрем. Меллер сейчас со скидочкой, вот такой за 51, это соленая карамель. Есть еще вот такой просто обычный шоколадный, тоже 51. Ментос за 53, ассорти тоже там. И смотрите, еще такая жвачка за 28. Бабл чупа-чупс. Это клубничный, а это банановый.
Вот смотрите, какие еще конфетки Рафаэлы. Сердечко, смотрите, двойная такая коробочка за 1439. Вот так вот она разъединяется, две коробочки, сердечко. Скидочка сейчас на шоколад такой на 229 рублей стоит. Смотрите, какой он, Маша держит. Смотрите, с вишней. Какой красивый шоколад с кусочками вишни. Красота. Еще бабаевский продается, но он без скидочки. Вот такой шоколад бабаевский за 259. Вот такой вот за 359 бабаевский. И элитный за 329. Сейчас скидочка идет на сырочки творожные по 29. Сейчас вот такой вот с грушей, с арахисом и с халвой. Вот с халвой сейчас покажу. Есть еще скидочка сейчас на орешки с вареной сгущенкой по 44, упаковочка, там 3 орешка. Смотрите, уже продаются елочные украшения по 69, серебристый вот такой. Вот такой со снежиночками, снежинки. По 69 еще вот такой желтоватый тоже снежиночки. По 149 вот такой вот дождик. За 99 розовый. Такой вот белый за 99. Такой серебристый тоже 99. Золотой такой по 69. Вот такой вот ярко-желтый 69. Красный 69 дождик. Бордовый, смотрите, какой красивый, необычный. Голубой, синий. И такой вот голубенький тоже со снежиночками. Все они по 69. Смотрите, какая красота. Сейчас я издалека еще раз покажу. Смотрите, супер. Ребят, взяли еще вот такой вот напиточек. Девчонки себе. Не знаю, что за вкус это. Это лесные ягоды. А, с лесными ягодами? А еще вот такой смородина. Это да. Вятский квад. Еще взяли сырочки вот такие, Милка. Орео. Огурчики взяли. Дядя Ваня. Маленькие вот такие огурчики. Жвачку. Семечки. Еще вот так взяли батончик такой вот, булочку с сыром. И взяли еще пироженки вот такие, Наполеон палочки. Ну все, пошли, сейчас еще гречку купим. Все, ребят, муку я взяла вот такую Макфа по 69 килограмм. Будем хлеб завтра печь опять. Так, гречку я тоже взяла. Вот такую гречку я взяла у Велка в пакетиках. Смотрите, какая шоколадка за 119 сейчас продается с киской такой розовенькой. Вот такие вот конфеты за 384 со вкусом вишни. Вот какая упаковочка красивая. За 134 Милка шоколадки тут продаются, йогуртовая начинка, молочная. Барни, вот смотрите, апельсиновый. Апельсин, корица, но мы еще не пробовали такой. Только еще появился этот товар, видите, распродажа еще. Ограниченная серия, еще только новинка. Нету цены еще на это. Так что тут еще? Все вроде пока так. Новинок таких особо смотри, нету, да. Смотрите, какая. Ну, это кофе продается, да, за 599. Какие жвачки. Жвачка Ментос. Вот такой снеговичок. Упаковка большая. Зеленого такая. Чая. 399. Ну все, ребят, вышли мы из Окея. Вот такой вот у нас небольшой обзорчик получился. Купили мы продукты. Сейчас пойдем домой. Ну а кому понравилось наше видео, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. Всем пока-пока!